Война и Тазинга. Бесконечное количество. 0-3 холодная война не очень. Ну, ты зачем спойлеришь-то? Ну, зачем спойлеришь? Что-то мне нехорошо. Все склонятся перед моей волей. Проблема в том, что Тазинга тоже не очень. Какие есть еще варианты? Оруженосец и пингануть? Ну, в принципе. Когда он разменяется, мне придется что-то делать. А Тазинга какой у меня от него профит? А, то, что он не умрет, и я его смогу выхилить. Хорошему бы, конечно, сейчас нужно было раздвоение. Ну ладно. Гулял сегодня? Конечно же, гулял. Донатом или подписон? Ну, лучше донатом, конечно. Лучше деньгами. Ну, что это за... не секс какой-то? Плохая у меня арена сдерживания, где 15 флеймстрайков вообще. Не рекомендую такую. Так, что нам дает пиробласт, пиромант? А, ну он нам дает очистку. Это норма. Будешь колоду из мехов новых собирать? Нужно посмотреть, подумать. Хочу мурлоков колоду на шамана собрать. Вот это душа. Только непонятно, как там карты тянуть у шамана. Потому что тотем маны слишком медленный. Новая мурлочья шаманская карта тоже не особо. Ой-ой. Ну, оставь, пожалуйста. Злюка. Дай Тазинга мне. Ну, блин, я тут до фатига-то не доживу. Вообще грусть какая-то. Уже прощается кто-то со мной. Ну и пожалуйста, не очень-то и хотелось. Любишь собак? Но только не смотрящих. Так вот, сидишь один дома, включил какой-нибудь канал интересный. Занимаешься интересными вещами, а тут собака на тебя смотрит, прикинь. Ай-яй. Ай-яй-яй. Ну, это беда какая-то. Ноль три инкаминг. Возможно. С чего ты взял? Ты что, не веришь в победителя Дрим Микона? Комик Дрима, чё? Правосудие света. Ну что, похоже, мы сейчас будем... Нет, он мне, похоже, будет просто бить лицо. Тогда, в принципе, можно раздвоить и подружек. Много подружек, много хила. Какие чипсы предпочитаешь? Что-то я давно ничего не ел. Из чипсов какие-то они все не очень стали. Ну, конечно же, я всех благодарю, кто на меня подписан, и говорю, какие они молодцы. Они не просто молодцы, они лучшие из ныне живущих. 0-3 темп игры не очень. Ну так серьезно. Мне просто побэмить не удавалось. Сейчас все нормально будет. Приближаемся потихоньку к 1700 человек. Почему я такой, зрители... Дрючер. Как это еще назвать, не знаю. Все равно холодно, балкон же закрыл уже. Что за зима такая? Где стабильность? Смайликов нету, да. Мне до сих пор даже не дали префикс для смайликов. Префикс для смайликов уже 2 дня проходит ревью. Помоги выучить историю. Ну, установи Assassin's Creed. Ой-ой. А ведь он не будет убивать мою медузку, да? Если он сейчас мне лицо ударит, то все пропало. Ладно, у меня тоже секрет есть.
Проблема в том, что если я сейчас... Проблема много в чем. Если я убиваю детеныша, то вот этот станет разбафанным дико. И он мою медузку-то не убьет. Интересно. А может быть это просто ложись, и я загоняюсь. Но нет, это не ложись. А, боже. Ладно. Я не ответил на вопрос про историю, да? Как тебе выучить историю? Скачай все Assassin's Creed, естественно. Ничто не истина. Все дозволено. Ну убей. Ну убей. Где мои-то? Где мои-то сдиныши? У него фатик уже скоро, но я все равно не выигрываю. Спасибо. Хотя бы две девочки. Сейчас будет сексуальная комба. Нет, не будет, они по 5 маны. Шарик в гнома не кинул. Я знаю, потому что у него секрет висит. Вот это сексуально. Пошел вон. А геометрию как тебе выучить? Скачай, знаешь, такая игра была. Как она называлась? У нее еще было много порно-версий, где вертолетик такой ездил и поле срезал. Ксоникс? Да, по-моему, Ксоникс. Вот по ней учи геометрию. Не знаю, каким образом. Скачай порно Ксоникс и учи биологию. Делай что-нибудь уже. Братья по оружию смотрел, и Пацифик тоже смотрел. Очень хорошо. Так, а сейчас мне нужен фаербол. Но это не он. А Хардстоун какому предмету учит? Но он сразу президентов готовит. Сверхдержав, потому что это тактическое планирование, как ты видишь. Не быть мне президентом. Что приказание? Мне еще один флеймстрайк нужен, но у меня их нет, к сожалению. Это была ошибка. Посоветуй сериалы. Конечно же, Готэм. Что он творит? Он сейчас будет бить после того, как выложил существ? Ну, неплохо сыграно, действительно. А, типа он мне в лицо бьет. Ну да. Дело-то такое. Почему не разбафать стражницу хилками потом? Ай-яй. Ладно. Но мы его реально до фатига сейчас доведем, что самое смешное. Он учит математики. Но если математика заключается в сопоставлении двух однозначных чисел, если для тебя это достаточно, как курс математики, то он учит математики, действительно, Хардстоун. Он тогда и русскому языку, что он делает? Вот это опасно. Я могу просто в лицо бить, но мы хотим побоемить и до фатига его довести. Привет! Ну, он сдаст сейчас, к сожалению. Какое-то хреновое у меня сдерживание получается. Тем не менее. Тем не менее, такой вот. Ну, я хотел до фатига же. Противная черепашка этот паладин. Золотая овца зато. Однозначные числа, что? Я неправильно сказал? Они же... Нет? Ну ладно, неважно. Каких это пор я на этих стримах начал слова правильно выговаривать? Не настало еще дня, когда я что-то с чем-то не перепутал. Что за фатиго? Ну это как хатика, только фатига. Ставь лайк за шутку.
Простые, да, простые, действительно. Данк-мемы? Это какие такие мемы? Тратить ли монетку? Или это довольно неплохая? Но это довольно неплохой все-таки единичный дроп, особенно для мага, потому что он может пинговать. Без задержки стрим, да. Гоблины и гномы вышли. Ну ты вруша. Девятого же. Да, девятого. Я еще, блин, обещал то, что легенду возьму в этом месяце, а до сих пор на 19-м ранге. Все плохо. Окей, слизень. Халявного слизня убиваем. На кого мне пойти? На кого тебе пойти-то? Я, кстати, только потом узнал в новостях. Меня спрашивали на прошлом стриме про сочинение. Я не знал, что это за сочинение, которое люди будут писать. Ну, кто писал это сочинение, какие темы выбрали? Расскажите мне, как написали. Поступите ли вы в институт с таким сочинением? Будем таздингить. А, нет, у меня элементаль есть. Не фатигу, а фатиг. Обзор на рабочий стол. Нет, так как вся скачанная порнография у меня автоматически на рабочий стол попадает, обзора на рабочего стола не будет. Нужны шуточки в анатомический КВН. А что вы там делаете? Жонглируете печень внутренними органами под веселую музыку? Анатомический КВН. Какая моя любимая игра? Вот она, вот она. Что важнее, любить или быть любимым? Ну да, это неплохая тема. Ее можно раскрутить, я тоже про нее там слышал. Но... с примерами из мировой литературы, вот это уже посложнее. Надо было таздинга. Да, возможно, потому что у меня их все-таки полтора десятка. Интересно. Кто говорит, что война не страшна, тот ничего не знает о войне. Ну, тоже неплохая тема, но в политоту, я думаю, на школьном сочинении в политоту ударяться довольно-таки опасно. Особенно если ты там напишешь про Путина и кровавый режим, тебе потом 0 баллов поставят. Я так что-то тоже накосячил на ЕГЭ по русскому языку. Пробное отличное написал, а на основном просто 0 баллов за сочинениями сказали, ты что совсем спятил. Такие дела. А ты знал, что когда выйдут гоблины и гномы, дадут 4 бесплатных пака? Дадут 3 бесплатных пака за гоблины и гномы, дадут бесплатную арену и 1 пак за запуск на андроиде. Но говорят, что он будет не гоблины и гномы. Я люблю и значит я живу. Ну, скучные темы какие-то, честно говоря. Ты бы обменял свой канал на 120 бустеров гоблинов и гномов? Нет. Это 4500 рублей примерно. Ну, 5000 рублей. 20 бустеров. Не YouTube канал. Не другие каналы столько мало не стоят. Ляписов цитировал, вроде жив. Ужас какой. Интересно. Игра зависла, думаешь? Слушай, ну меня же бомбанет просто. И все. Да, будет 2 вида паков, гоблины и гномы, это будет новый вид паков. Слушай, реально игра зависла, твою мать. Выходим. Много возможностей. Вот тебе и сдерживание, блин. Blizzard, come on! Мне завтра 9 исполняется, какой кошмар. Какой кошмар, поди прочь. Повторное подключение. Но у него здесь уже 2 инферала, Джераксус и у меня 5 хп. Ой-ой. Ну вот да, у меня примерно такая же была ситуация, дружок. Ну, камон. Мы даже не переподключимся.
20 паков, которые ты насобирал, будут обычными. Что значит ты насобирал 20 паков? Ты купил 20 паков, но ты поехавший. Понятно, короче. Это второе поражение. Спасибо, Blizzard. Всего доброго. Не то, чтобы я создавал трафик вашей игре и обожал ее, и делал обзоры на нее, и донатил в нее. Нет, нет, нет. Я не обижаюсь. Нет, нет, все хорошо. Повторное подключение даже зависло. То есть я даже играть не могу. Потому что у меня зависло на повторном подключении, Blizzard. О, ты посмотри. У меня тут 10 тастинга просто. Окей. Ну давай поиграем. Ага, время у меня кончается. Твою мать. Двадцать аренок сыграл, чё? Не хочу скрипку ставить. Кого он засайленсит? Понятно, кого. Меня здесь уже практически ничего не спасает. Да что за бред, а? Ой, иди в жопу. Я выживу хоть? Нет, там еще один, конечно же, этот. Дай хоть тогда скилл страйк. Нет! Ну! О, хрена! Чуть не бомби, блин, колода прикольная. Хотел поиграть на сдерживание. Не бомби. Ты не бомби. Не бомбит у меня. Заткнись. Ожог души. Раз может бомбить в такой игре? Окей. Ладно. Не ори на ухо. Пшел вон вообще. Мой стрим. Моя арена. Все плохо. Оставленный лучший сериал в мире. Умственно отсталый лучший сериал в мире. Ждешь третьего Хоббита? Да такое. Шайна. Сколько в Туле гречка стоит? Не люблю гречку. Блин, там такое хорошее начало было игры, а? А теперь я первым хожу. Придется вот эту мразь оставить. Фу. Пробовал я Подпольную империю смотреть, не круто. Скучненько. Половину первого сезона кое-как осилил. Образование я отвечал уже, Гарвард. Адвокатские курсы закончил. Или хирургические, забыл уже. Или нейрохирург, или адвокат, что-то из этого. Гномы и эльфийка поженятся. Ну да, там по слухам вырезали. Ну конечно же теперь два раздвоения приходит. Там по слухам вырезали из финального Хоббита 2 часа лишних хронометража. Добавили еще 3 эльфийк, которые в того же гнома влюбились, и они там все мутили четвером. Треугольники любовные и все такое. Кровь это плохо. Ну пусть он думает, что у меня есть. Что он может подумать, что у меня есть? Ужасно. Какое произведение о войне вас волновало? Писал про Valiant Hearts? Ну, довольно-таки опасно. Это уже любовный прямоугольник. Ну так они потом забили просто на этого гнома и друг друга лесбиянили. Поэтому 3 эльфийки получился любовный треугольник. Смотри, что творит-то, а. Что он делает, я не пойму, почему он... На что он надеется? Что происходит? Он мне просто подарил. Просто подарил спасение, можно так сказать. Да-да, дубощит умрет. Давай-ка я тебя забаню. Ты плохой человек, несмотря на то, что все это читали. И все такое.
Константина я еще не смотрел. Ну, там не очень хороший канал его экранизирует. Поэтому ничего хорошего я не жду. Окей. Гоблинов и гномов пока не хочу смотреть. Game Awards по-хорошему надо бы постримить, но я так понимаю, если на Твиче начать стримить Games Award, меня забанят просто нахрен. Окей. Два элементаля, это неплохо. Будем сдерживать, чё. Потихонечку. Полигонечку. Еще одну тематическую арену. Ну, сегодня, наверное, нет, а так там пара идеек была. Обезумевшего доллара арену. Заморозка. Хости официальной стрима была боль поверх. Ну, надо там спросить. Ну, Кузьмича! Чё да как? Посмотрим, посмотрим. Больно. У меня еще два есть в запасе. Но вот это, конечно, не очень приятно. Вот это топ-дек. Damn, son, where'd you find this? Хотел сегодня купить PS4, зашел в магаз, а она 25к стоит. 25. Ну, что тебе сказать. Можно поискать, я думаю, дешевле гораздо. Возможно, уже везде повысили. Но не факт. Да-да, Ганнибал, отличный сериал. 4-5. Это, конечно, не очень. Ну что, будем раздваивать Таздинга? Корову бы по-хорошему раздвоить. По-хорошему бы раздвоить корову. Это по-любому. Пока так. Да, Last of Us 10 из 10 действительно. Версути дали банан в доте, что? Зачем ему банан? Хочешь тату сделать? Ну, рыженькую отжарил бы, да. Он задумал за 2 маны молния. Молния. Ну не хочешь, не подписывайся, кто тебя запрещает-то. К сожалению. Ну хотя. Карт у нас много. Мечта в том, что у него нет хекса. Вот в чем мечта. Потому что если хекса, я потом получу раздвоенных жабок. Все плохо. Кодзима молодец. Славься, Кодзима, в веках. Имя твое. Ой-ой. Ой-ой. Что же делать? Чей перевод сериалов нравится больше всего? Не смотрю сериалы с переводом. Ну а до этого как-то, по-моему... Новый фильм лучше Lost фильма переводил, когда я еще смотрел там в каких-то... В середине 2000-х. Новый фильм лучше переводил, но медленнее. Карт у нас много, у нас ума не хватает. Ты плохой человек, я тебя ненавижу.
Ну что, выложить все-таки элементали? Или нет, затраливать его коровами? Я не знаю. Ладно. Кураж Бомбей, ну... Перевирают много в переводах. Не то чтобы много, но перевирают. Никаких мобосрачей. Я с сабами смотрю русскими и с английскими смотрю. Ну, в основном с русскими с субтитрами я смотрю. Вот это мув. Вот это DM Sun. О боже. Вот это нормальная холодная война. За кого Путин Хердстоун играет? Ну, ему там сделали собственного героя. О, фак. Ой, что же делать? 12 карт у товарища. Наконец-то достойный соперник. Действительно. Положи это яблоко себе на голову. Какой он опасный. Я не знаю, сжечь его или нет. Блин, ну почему у меня два поражения? Такая-то колода. Все правильно сделал, чего? Что скажешь на то, что команду YP по доте спонсирует YouPorn? Молодцы, спонсируют команду по доте. Хороший пиар. Тут даже больше пиара не то, что это команда по доте, а то, что они... Инфоповод, что порно-сайт спонсирует команду по доте. Хороший пиар. Надо было, возможно, и скиллстрайк оставить. HD капа только у премиумов Твича. Ну все. Да, похоже, придется все-таки Раптора выкладывать первым ходом. Потому что. Мне это надо. Мне, блин, надоели эти стулья. Занимают полэкрана. Оставим только донора дня. Где они? Все теперь исчезло! Оу, фак, они вместе склеены. Твою мать. Да пойдем удалим тогда их. Как тебе каст отряда самоубийц? Шикарнейший каст Харли Квинн. Ее будет девочка играть, которая... Ну, блин. Фак. Харли Квинн будет играть девочка, которая играла в Волк с Уолл-стрит. Она просто идеально подходит на эту роль. Уилл Смит непонятно зачем там, потому что персонаж, который будет ходить все равно в маске, Дэдшот он играет, да? Я не очень, там не лучший, скажем так, отряд самоубийц, потому что был отряд самоубийц, состоящий из... Так.
А тут без разницы, да? В принципе, можно не тратить раптора на подругу. Я не договорил. Мне не нравится персонаж Капитан Бумеранг, абсолютно дебильнейший. К сожалению, он там будет. Был прикольный отряд самоубийц, который я читал, там была прямоходящая акула. Вот это хорошо. Вот это душа. Так, вот эту штуку мы ставим. Новую. Вот так. Стульчики убрал. Спасибо, кто там донатил. Вы продержались всего один день. Бывает. Да, не зря я раптора не пожертвовал. Два косаря зрителей. Здравствуйте, друзья. Как ваши делишечки? Какой он. Какой он рычащий. Но он потерял с этой медузки хпшечку. Блин, не хватает. Хексить или не хексить? Капитан Бумеранг во флеше, который новый 52 крутой. Ну и я новый 52 не очень активно читал. Капитан Бумеранг, которого я встречал в классических, ну как в классических, периоды 2000-х комиксов, это просто совершенно тупейший персонаж. Их там целая династия с сыночком, блин, Капитаны Бумеранги с сыновьями. Господи, что я читаю? Будем, наверное, все-таки... Я не знаю. А смысл? Тасдинга просто на халяву убивают. Возможно, нужно было ударить ее. Вопрос крайней важности. Чё как? Умри! Пиромант плюс интеллект. Так не давало мне это особо ничего. У нее бы было 4 хп. Звездный огонь. Джаред Лето будет Джокером, ну да. Ну тоже такое. Ну Джокер и Джокер. Да, и все равно, к сожалению. Не очень получилось. В Игре Престолов будет стрим? Не знаю пока. В гонке я не буду бить, потому что не делаю то, что говорят делать. Потому что я многоразвитая личность. Сам решаю, куда бить, что нажимать, когда сапог выращивать. Ну, это какой-то вообще БМ. Твою мать. Не хватает мне на комбу урона все равно. Какой любимый герой по вселенной DC? Ну, какая-нибудь турбошлюха, типа Черной Канарейки или Затаны. Или Чудо-женщина, одна из вот этих трех. Ну ладно. Все равно это Валуя. Я на секунду испугался, что я неправильным порядком выложил. Все равно это Валуя. Что тролль кричит, когда выкладываешь его? Какой тролль? Вот этот? Он кричит: «Тасдинга! Да!» Я озвучил его. Клаун-моб, который Рэйм Уильям Джонсон замутил. Нет, не читал. Почему никто не спрашивает про световой меч из 7-го эпизода? Ну, потому что у людей голова есть на плечах. Что-то такое. Вот же он сейчас древний наплодит, а? Нехорошая сарделька. Ну, хотя он пожадничал. Он пожадничал. То есть мы убьем худо-бедно... Не очень приятно, но тем не менее. Что думаешь про игру «Я хлеб»? Я думаю, что мы окончательно обезумели. С другой стороны, в 2000-х были всякие катамари, и было норм. А теперь «Я хлеб». Ну, хлеб так хлеб. Плохо. Что-то, по-моему, меня сейчас раскатают. Ну, у меня 18 карт с другой стороны. Да смотрел я, доктор, кто смотрел. В хлеб надо поиграть.
Трейлер забавный, конечно. Что я могу достать? Что-то могу. Нет, не это. Конус хотел. Я конус хотел. Ну, блин. Хотя бы так. Срочная новость. В MVideo проходит распродажа. Менеджер MVideo. Ты совсем уже отчаялся, похоже. Если такие сексуальные мувы проводишь. Ну... Где мои штучечки? Этот мишка будет скоро зверем. Да, ну это 2-3, короче. Это 2-3. Хорошо, маны хватило, а то я так повыкладывал все бодро. Сейчас бы бомбило. Нужно поместить точку из 3D в 2D. Ну, протыкаешь лист бумаги ручкой. И такой говоришь, так в Интерстелларе было. Не знаю. 2000 человек, всем привет. Почему нигер играет Дэдшота? Ну, потому что, как актер, он дешевле, чем белый человек. А под маской все равно не будет видно. Поэтому он никого не оскорбит своим внешним видом. Неплохо сыграно. Но он все равно убивает. Буду бэймить, пока с ума не сойду. Dark Souls 2 за полтинник? Ну, где-то столько она и стоит. Насчет Уилфреда, да тоже как-то он меня не порадовал. Посмотрел я его благополучно. Что он делает? Он бы мог лицом удалить. А, понятно. Я думал, он корову будет стрелять. Да, но не получилось, к сожалению, арена. В основном из-за того, что Близзарды, как всегда, налажали. Ну и бывает, подумаешь. Оп-оп, всем привет, добивает же. Да, я все-таки почему-то тизер... С танцующим Путиным очень прикольный. Там такой накачанный мужик вообще. Я пошликал. На танцующего-то Путина. Ну, конечно же, не голда, чтобы я еще раз мог на арену сходить, да? Конечно же, нет. Battlestar Galactica отличный сериал. Но продолжения у него крайне плохие. Фу. Фу. Центральную арену. Надо под нее картинку рисовать. Хотя, в принципе, можно и без картинки обойтись. Но мне придется ее за рубли покупать. А вы сегодня что-то не донатите ничего. Так же невыгодно что-то. Ладно, сейчас надо купить. Еще если деньги на карточке остались. А то сейчас вообще без арены обойдемся. Твою мать, проверочный номер карты. Так. Не разбегаться! Как назвать первенца? Ну, если мальчик, то смертокрыл, если девочка, то труповозка. Так, проверочный номер карты. 322. Привет! Ну что, центровая арена. Берем все центральные карты. Ну, более-менее. Более-менее. Хорошо. Хорошо. Неплохо. Дерьмо. Не очень. Терпимо. Нормально. Не очень. Нормально.
Нормально, терпимо, отвратительно, не очень. Сойдет, сойдет, сойдет. Ну, сойдет. Ой, блин, последняя легендарка не очень, конечно. О, боже. Ой-ой-ой. Что там были за легендарки? Я сейчас повторю, посмотрим. Кроме сталага. Блин, еще и сталаг, а не другой, который на 7 жирное туловище. Я... Там Сильвана, по-моему, была. Блин! Обидно. Так, обнуляем арену. Смотрим, что нам нападало. Ну, по мана кривой на за один очень много всего. Конечно же, мышка перестала работать. Кара, два щита. Это ужасно, два солдата. Ну, смотри, есть за два, правда, мало дропов. Есть за три дропы терпимые. Есть чем карты тянуть относительно. Есть какие-то там за четыре туловища. Ну, сталок это, конечно, просто, просто отвратительно. Учитывая, что там Сильвана была. Ах, погнали. «12.0» пиши. Чё вы такие траль-то, а? Напомните там. Все, мышка перестала работать опять. Я привык. «Саус Парк» смотрел сегодня? Нет, не смотрел. Я слишком занятой для «Саус Парка» на своей воображаемой работе. Победу. 21 рубль, держи, брат. Все, что лежало на кошеле, пользуюсь случаем, ты лучший, я тебя люблю, удачи на аренах, спасибо. Так, оставляем паука. Мышка. О, боже. Началось. Я просто хотел вечерком поиграть в Хардстоун. Никого не трогал. Ничего не делал. Да не буду я себе мышь покупать. Зачем мне ее покупать, если она до сих пор живая? Только иногда вредничает немножко. Да, ну конечно, карты тянуть особо нечем. Вот в чем проблема. Как аренка? Замечательная аренка. Зеркальные копии. Все плохо. Я два дня буду через них. Ну вот это терпимо. Два дня буду через эти зеркальные копии продираться. Если у него особенно Frostbolt есть. Все будет грустненько. Паучок у меня тоже есть. Хватит меня копировать. Да, конечно же, норм. Крась. Что может пойти не так? Мышку мне отправишь. Превозмогание на арене. Только этим и занимаемся. Ни одной очистки стола нету, насколько я помню. Нету ни одной очистки стола. Стола. Привет. Будет он тень сливать, интересно. В Боши. Больше что-то знакомое. Но я забыл. Ничего себе, фаербол. Я бы лучше тень слил, чем фаербол. Ну, она, конечно, разрастется. А у меня сало есть. Можно оставить паучка и обслужителя боли долбиться. Но это настолько хитрый план, что никогда не сработает. Лойка юбилейная, отличнейшая, очень красивая. Очень идет PlayStation 4, вот этот вот Gunmetal цвет, не знаю, как он правильно называется. Этот вот металлик. Ну, да-да-да, молодец. Я прям теперь не знаю, что делать, ты меня выиграл. Я даже не буду сало тратить, похоже. Потому что все равно не убиваю, к сожалению.
Нужно у Сони попросить, если здесь есть какой-нибудь лорд Кусак. Да, я не поздоровался, лорд Кусака. А если здесь какой-нибудь сидит топ-манагер Сони, то пришлите мне, пожалуйста, на обзор. Естественно, на обзор. Одну из юбилейных PlayStation 4. Будет очень много просмотров. У вас будет очень много денег. Есть смысл морозить? Морозную историю рассказывать? Или... Ну, 4 урона в лицо, конечно. Но зато можно на Варгена выгодно разменять. Двушку на однушку. Такой-то я... стратег. Вебмани чек. Не думаешь, легко с такой мышкой? Она все уже, она вообще уже не отдупляет. Блин, это раздвоение может быть. Все плохо. Если это раздвоение, то нам нужно... О, боже. Да. Пожадничал, называется. Велен там был, а не Сильвана. Так там две легендарки были. Велена я взял. Интересно. Как бы он выживает? Ну, если это раздвоение, и у него два командира авангарда, то это просто все. А два дворфа, блин, не лучше. Сидеть и надеяться, что он кое-как убьется об корову? Или проверить сначала? Да это раздвоение, это понятно. А если это, блин, клон? А мы вот такого выложим друга. Окей. Живем. Введут в ХС режимы 2 на 2. Я не настолько хорошо знаком с ККИ, чтобы знать, как там проходит сражение 2 на 2. Поэтому я не уверен, что хедстоун у меня не будет. Да, но он бьется об этих людей. Об дворф он, к сожалению, не убился. Вождь Северного Волка здесь, наверное, полезнее. Ну как полезнее? Его будет полезнее убить. Потому как причины, там сам, я не знаю, надо говорить слова какие-то. Заткнись. Может, это вообще антимагия, я сейчас со самбо. Это антимагия, твою мать! Я тут голову себе ломаю. Как давно СНЛ смотришь? 3 или 4 сезона? 94 рубля закинул нам товарищ на вебмане. Где он, который написал? Или это опять не тот, типа? С киви кошелька, короче. Спасибо тебе, дружочек. Обновляем топ дня. Это не то. Он там все, по-моему, плохо сделал. Топ дня обновился. Так. Ну, конечно, скилл страйк. Не самый полезный, я бы сказал. Для него. И новый клон. Нет, это старый секрет висит. Не забывать. То есть это антимагия, да? Давай выложим служителя боли. Выложим служителя боли. И похилимся, да? Сейфово будем играть или... Или не будем? Нет, я не купил Дренор. Как тебе PewDiePie? Не понимаю, в чем смысл его смотреть. А в чем смысл смотреть мои стримы? В том же и смысл, видимо. Люди просто время не на что тратить. И кому-то он кажется смешным. Ну, смотрит и смотрит. Молодец, очень многого добился. Я не знаю, мне жалко денег. Давай так. Ангельские ритмы. Я собирался посмотреть, так как это моя любимая студия, которая делает. В былые времена, когда я смотрел аниме. Смотрел богоподобные настоящие слезы. Но в какой-то момент я просто охладел до аниме. Так, ну что, мы проверим. Да, что проверять, это антимагия. Нет, это айсблок. Окей, будем знать. Это всего-навсего айсблок. Где тематические аренки? Это тематическая аренка. Все карты были выбраны центральные. Центровая арена. Я сплю, и мир содрогается. Чё, серьезно?
О, фак, это настолько сильная карта для арены. У меня солдат за земелье, блин. Ой-ой. Ну, мечта, блин, мечта. Сейчас будем мечту мутить. Готовим звуки. Варим мечту. Понятно. Мечта, понятно, спасибо. О мой бог. Теперь только соревноваться с ней, кто быстрее кого убьет. Выкладываем, блин, сталага или таунт, я не знаю. Левая арена будет. Ну, конечно же, будет. Как бы меня там не посадили потом. Ну, да ладно тебе. Чё злой такой? Да, спасибо за карту. Окей. Вилен абсолютно не спасает. А, подожди, или он даст плюс... Плюс 4 к здоровью. Какого хрена не плюс 4, слышь, мразь? Ладно, забей. Хотя бы вот так. Хотя он все равно его пинганет, блин. Надо было выхилиться самому, наверное. Ладно. Да я уж понял, что не даст. У нас проблема, дружок. 3 рубля на Яндекс деньгах. Вот в чем наша проблема. Создай киви. Сообщение на 3 рубля. Спасибо. Спасибо. Не, ну 2 из эры это неубиваемо, к сожалению. Рабочий стол мой спалил. Поздравляю. Блин, ну как бы да, но как бы нет. Это тоже не поможет в данной ситуации. Тем более у него там сны, он просто перезагрузит их. Окей. И выхиливаться, типа. У него 12-15 урона. А, я уже умираю. Нет, я... Да, 15-16 урона. А толку-то? Да у него наверняка там фаербол какой-нибудь. А, ну кошмары, да. Чтобы с 2 ХЗР меня не убить, это забей. 2 кошмара. Фигово. Одной ХЗР добил. Анимацию ХЗР могли бы ускорить занятые люди в ХС играют. Да, дружок, занятые люди, такие как я. Нам некогда побеждать на арене, нам нужно быстренько слиться. И по домам пойти. Чё за бред? Ну, учитывая, что у меня 2 легендарки, я взял какое-то фуфло. 11 рублей на вебмане, спасибо. 200 вот это вот, наверное, без... Да, без... Без сообщения. 262 рубля через Альфа-банк. Возможно, мне не стоит это говорить, но мне абсолютно наплевать. Спасибо, 262, это новый топ дня. Пам-пам. Я сказал, как один человек. Ну, как человек, в кавычках человек. Мне, по-моему, с картами просто не повезло там. Сейчас все норм будет. Квикскоп. Пролаг бывает. Где смайлы, где... Ну, браток, нет еще смайлов. Проходят они ревьюшечку. Не ругайся на меня, пожалуйста, иначе я тебе хребет сломаю. Муа.
гоблинов и гномов спеть тебе? Нет, не спою. Успел поиграть в 5 Minutes. Что это еще за очередная инди-параша? 5 Minutes. Это какая-то кей-поп группа. Я не буду в нее играть. Блин. Я хочу Валуя. Насколько это Валуя все, что я делаю со своей жизнью? Лень писать, ну так и свали в ужасе. Гоблинов и гномов буду петь за саб-голы, короче. Как только 100 человек подпишется или что-нибудь такое надо придумать. Будем петь гоблинов и гномов. Всем чатом будем, вы будете подпевать. Кто не подпевает, тот москаль. Так, что мы делаем? Пантера, 4-2 она все равно, это тоже она убивает. Оставляем карту, возможно будем сталага бафать. Паразиты я не смотрю. Да, я грубый. Нет, я не грубый, я няшечка. Мяу. Хе-хе-хе. Где звук подписки? Я же тебе скинул. Я даже не знаю, как его прикрутить, честно говоря. Это же, по-моему, не через Twitch делается. Что за 5 Minutes? Это игра какая-то или нет? Я уже в Google ее ввел. Не знаю, все, не хочу. 2200 человек, здрасте, здрасте, здрасте. Блин. Варгена можно разбафать, в принципе. Он тогда напряжется довольно-таки сильно. Ну как напряжется, может просто фаербол слить и все. Не кричи громко так. Делаю, что хочу. Саб-алерт. Ну, поставлю что-нибудь, да-да. Разберусь. Мне слишком некогда, я стримлю, блин, по 18 часов в день. Когда мне что-то делать вообще? Кого бафать, волчка или варгена? Мышка не работает, никого не бафать. Привет. Давай. Ехай. 5 минут Фредди, ты совсем с ума сошел? 5 ночей Фредди. Ну... Давай варгена бафнем, короче, если мне позволено будет нажать на мышку сегодня. О мой бог, сейчас фитиль уже пойдет. Давай. Ну. О мой бог. Камон. Выкладывай, пожалуйста. О боже. Ну. Ну! Нет, ну ты чё? Серьёзно? Завтра новую иду покупать. Да, на стриме это выглядит так, как будто я придуриваюсь. Но это правда, блин! Это правда! О, боже. Да, 100 человек свалили. Сразу же. Ты глянь, наемник, ему нечем убивать. У него ничего нет, нечем крыть. Мне тоже нечем крыть. Ну как? Я могу убить. Пожалуйста. Так, ну мы убиваем. Он становится 4-3. И мы бьем лицо и выкладываем сталага. Давай, пожалуйста. Или сталага. Делаем так пока. А я ж первую эту профукал, да? Ну как обычно. Я нашел себя, конечно же нашел. Колышек потыкай. Ну, колышек я предпочитаю после стрима тыкать. Не если ты понимаешь, о чем я. Сегодня Дыбовский с чуваком из Ice Peak Lodge
У Галенкина будут обсуждать, зачем делают игры. Ну, они тебе расскажут, зачем они делают игры. Искусство, искусство. Мы создаем миры. Мы рассказываем историю. Не ради денег. Не ради гонораров и славы. Мы выкладываем корову тем временем. Возможно. Возможно, мы выкладываем корову. Возможно, не сегодня. В принципе, можно выложить солдата и солдат. И потом маленьким солдатам убить солдат. Да, мы сделаем так, пожалуйста. Пожалуйста, мы сделаем так сегодня. Маленький солдат и еще пара солдат. И будем мечтать, чтобы у него не было флеймстрайка, ничего не было, и чтобы он просто вот так сделал. Тогда мы убьем вот так, это в лицо, и корова жива. Попробую почистить мышку, она лазерная, что там чистить, вдруг мне палец отрубят. На вебмане... Ну, это почти. Мразь. Мразь. Просто мразь. Ну ладно. С другой стороны, он существ не может выкладывать. Ну давай корову жертвовать. Слушай, ну меня это напрягает. Что с ней каждый вечер не так? Надо подумать. В другой USB-порт воткнуть попробовать. Да это не из-за этого. Но... Она у меня на экране с рывками, а вот я смотрю стрим, и там сейчас она гладенько будет, да? Нет, ее там тоже колбасит нормально так. Да тут сенсор, он прям... Да, ее колбасит там тоже. Окей. Ну хотя бы гоблина мы остановили. Она стесняется стрима. Возможно. Эх! А! Сейчас она вообще работать перестанет, вы все разбежитесь. Да то же самое. Твою мать. Не хочешь свою инди-парашу задевелопить? Да есть пара идеек. Надо их реализовать только. А вот реализация, это уже сложно. 10 рублей на вебмане. Ты крутой. Спасибо. Куда мы там все скатились? А, ну да, в это мы скатились. Ну, не то чтобы он супер сыграл. Будем велено выкладывать. Возможно, будем. Сапог на грядке – залог успеха. А не продаешь ли ты в жизни сапоги? Интересно. Я не очень хочу велено сейчас выкладывать. А чего ждать-то с другой стороны? Нет, потом выхилиться, чтобы получше. Так мы по-любому делаем. Так делаем, чтобы прикрыть нашего друга. Давай вот так. Конечно, если там еще один скилл страйк, то все мои сексуальные движения все равно никому не нужны. Ефим 2004 закинул 26 рублей и говорит, с обедов осталось, не жалко. Ну, а я твои обедки буду тоже жрать, тоже не жалко. Добил он все-таки моего чудо-рыцаря. Ментальный техник мне не помогает. Кое-как убиваем. Всей бригадой, да? Но нет, мы даже спасем подругу. Массовое рассеяние. Массовое рассеивание. Господи, какая она страшная там. Ты глянь на ее рожу. Фу. Вот почему эту карту никто не... Фу. Ну, теперь только надеемся, что у него нет никаких овец, фаерболов. Из этих 6 карт у него там 4 виспа, манавирм и... Что мы ему еще разрешим иметь? Ничего. 6-я карта — это монетка. Двигай тазом, рычи. Спой гоблинов и гномов. К
как крысу из дома выгнать. Хе-хе, ты про жену шель свою? Шутки. 3 рубля, сделай киви. Еще один. Еще один товарищ с 3 рублями, сделай киви. Или ты тот же самый? Опять начинаешь, вонючий шакал. Секретик. Секретик. Проверяем на то самое. Не оно. Можно, в принципе, проверить на Штормграда. Если что, мы ударим и выхилимся. Ну как выхилимся? Ну так выхилимся. Ну это вообще не то. Тогда еще лучше, тогда мы просто... Ну это раздвоение может быть. Но раздвоение для него не очень выгодно. Или просто лицо бить. Можно убить и выхилиться. Да, это раздвоение. Но пока он их будет разыгрывать, выкладывать, мы его уже убьем, я думаю. Если что, Штормградом добьем. Шутка за 500. Ждешь кроссовер Флэша и Стрелы? Нет, это сериалы на CW для девочек. Не жду кроссовера Флэша и Стрелы. Если ты это смотришь, то тебе пора заводить менструальный календарь. Вот что я думаю. 0-3 с Велином это true skill. Не будет у меня 0-3, я сейчас задоминирую этого паренька с 7 картами. Он же не знает, что у меня массовое рассеяние. Он же не знает, что я мечтаю быть похожим на него. А что это так дешево-то? А, правда, 5 маны, ты глянь. Ну и что, есть смысл массово рассеивать этих свиней? Нет. Нету. Никакого. Ну, можно еще один ходочек потерпеть, я думаю, да? Я не знаю. Велен будет... Нет, Велена нельзя. Велен с 1 хп будет. Придется жертвовать Штормгра... А может, мне вообще леталка здесь? Я... Да, Литл там все пишут, я, блин, тут сижу. А, вот что значит чатик без задержки, слышь? Я даже не посчитал, вдруг меня обманывают там. Нет, все нормально. Все, успокоились. Читаем чатик, интерактивчик со зрителями. Я там размены мучу. Че вы такие? Я вас затроллил. Че за РК-9 мод? Че там модераторы делают? Мы сейчас вообще на орбиту взлетим. Все, спокойно. Какой порно-сайт чекаешь? Стульчик.нет. Он еще жив. Оставить кару? Божественная капа. Оставить ее? Нет. Какой днарь? Ну так за это и любим всеми вами. Ты чего сегодня выпил? Ромчик? Нет, с ромчиком я не пью обычно. Ну так Литлом правила завалил. Ну так правила-то в прошлый раз были. Опять мышка подводит. Я готов выступать. Вот это у меня карта. Он сейчас просто обезумит и выйдет. Ни с кем я не общаюсь из популярных блогеров, ты что, совсем с ума сошел? А вдруг я подхвачу от них болезни и начну деньги клянчить? О боже, я уже! 69 копеек скинули на WebMoney с комментарием, а это белочка. Нет, я не скажу это фирменным голосом за 69 копеек. Я элитная проститутка, я такое говорю только от 1000 рублей и выше. Ну мы прист, мы присты, мы с братками пристаны, поэтому вот так. Гинтаму я не смотрел, по-моему, начинал. Кузьмича можно считать блогером? У него, по-моему, есть блог. Нет, я вообще не бухаю. 69, что происходит?
О, боже. Так много вариантов. Почему есть популярные блогеры, но нет популярного зрителя? Ты популярен. Я тебя сейчас выкину отсюда, слышь, домашний. Деньги я с тебя уже срубил с подписки, поэтому зачем ты здесь сидишь вообще? В «Бэтмене против Супермена» будет русский злодей КГБист. О боже. Нет, я не веган. Мясца навернуть — самое милое дело. Что он задумал, этот Рога? Ну, вроде карта теребит, поэтому не АФК. Вот это мув. И монетка, и добить. Нормально. Куда делась задержка Твича? Я ее убрал. Куда она делась? Супер Алк. КГБист, это ужасно. Вообще, зачем ты мне это рассказывал? Просто все любят число 69. Да нет, у вас там мемесы какие-то происходят локальные. И вы мне говорить не хотите, потому что не дружу. А, 69 копеек, типа. Окей. Я понял. Рубль 69, опять с тем же комментарием, а это белочка. Нет, дружок, нет. Возможно, мы так с тобой дойдем. Кто больше, все такое. Что мы делаем с этой мразью, напомните? Ничего. Просто выкладываем 4-6 туловища. Как относишься? Нет, это не буду читать. Не читал, потому что, поэтому. Ты не мылся 2 недели, ну так зима, можно месяц не мыться. Главное, куртку в помещении не снимать, а то все попрет наружу. Вся душа. Какой сорт спайса предпочитаешь? Не пробовал. Между нами ничего не было. Это последняя арена. А черт его знает. Возможно, я буду стримить всю ночь. Нет. Так много вариантов. Киви нету. Тебя прочитали 2 раза подряд. Черт подери, теперь тебя 3 раза подряд уже прочитали. Я установил, кстати, Ghost Recon Фантомы. Ой-ой. Для Роги это лучшая карта, чем для меня. Мы ее, конечно, убиваем с помощью вот этого друга. Или просто корову ставим. А потом уже мутим какие-нибудь сексуальные маневры. Или волка. О, боже, мышка, пожалуйста. Давай пока так. Я Няша, спасибо, ты тоже. Чё как? Всё хорошо. Какой любимый перс из DC? Отвечал. Какие игры ждёшь в этом году? Оу, фак, Assassination. Ассасин. Ничто не истина, всё убилось за 5 маны. Какие игры в этом году, блин, до конца года? 3 недели. Пощади. Про фантомы ты расскажи. А, я поставил и не играл. Вот и вся история. Вот такие вот великолепные истории. Star Citizen, знаком с проектом «Вопрос за 8 рублей»? Знаком, и мне кажется, он никогда не будет готов. Это же типичная ПК-игра. О, боже, вот это value. Вот это... А еще и волка поставить, чтобы там вообще просто. Ой-ой. Я даже не знаю. Все плохо, короче. Набрал дерьма. Какие из недавно вышедших игр тебе не понравились? Ну, по первым 5 минутам Assassin's Creed мне не понравился, как и любой другой Assassin's Creed. Это считается? А именно прям не понравились то, что я ждал. Да, пожалуй, ничего такого не было. В чем твоя особенность?
В том, что я могу оплодотворить тебя собственным голосом. Слышишь, как он колеблет твои внутренности? Выкладывай еще два туловища, и мы воруем твоего убийцу этого. Убивать твоего убийцу нечем. Книги по Варкрафту не читал, у меня манга была, но она тоже какая-то вафельная. Ты глянь, он мне два урона подарил. Ну что он там задумал с пятью картами? Ой-ой. Слизняка будем держать. Но мне ничего здесь не помогает, к сожалению. Call of Duty новая относительно понравилась, да. С претензиями, конечно. Колодец сломай, надоел ты. Он не ломается что-то. У меня все плохо, вот что. Придется, наверное, жертвовать вот это туловище. Твоя магия тебя не спасет. Делать вот такие потрясающие движения. Я не знаю. К Ведьмаку готов. Молодец. Как насчет стрима биндинга Айзека 2? Да, я пытался стримить, там микрофон начинает подпукивать. Не знаю, как-нибудь. На Яндексе тут какие-то безумные 1.48 переводы. Рубль 48 копеек. Спонсирую выход нового рэпа. 2 рубля 28 копеек. Спасибо. Такими темпами новый рэп никогда не выйдет. Играл в Крю. Нет, это же очередная шлачина от Ubisoft. Зачем это играть? Все отвратительно. Меня ничего не спасает, по-моему. Никаких там нету ни фаерстрайков, ни холинов. Ай. Да. А, 4 туловища у него. Ну давай. Ну не то, чтобы меня это спасало каким-то образом. Ну хотя бы так. Какие различия между двумя Айзеками? Больше контента и все. А, еще 60 FPS, без тормозов, с геймпадом. Ну, в принципе, стоит того, чтобы купить. Если, конечно, нравится оригинал. Усынови меня за рубль на Яндексе. Нет. Нет, 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 нет. Прочитал что-нибудь из своих комикс-обновок или поставил на полку пылиться? Нет, пока ничего не прочитал. Надо «Красного сына» прочитать. Почему тебя игнорят? Потому что у тебя... Не знаю, нет подписки. Ты глянь, что творит, ты глянь, что творит сатана. Я проиграл. Практически ничего здесь не делать. Мне второй вообще не понравился. Я не знаю, что там, может, не нравится, он как первый. Просто больше контента. О, мистер Ломака. Блин, ну мне хоть... Мне нужно, наверное, выкладывать слизня сейчас. А он на следующий ход разыграет, блин, кинжал свой. Я вообще буду водичку пить. У меня тоже подписка, но меня тоже игнорят. Нет, я не игнорю. Добрый вечер. У тебя Айзек на платину? Ну, конечно же, нет. Так много вариантов. Ну тогда, если все по 10 рублей скинутся, то будет много денег. У тебя есть альфа ходца? Нету альфа ходца. И не хочется. Да, да, по-моему, это этот красный сын. Геге. Геге. И никакие велены не спасутся этой. Серьезно?
Придумай рифму на слово 300. Виспа, виста, виспа, господи. О, боже. Отстаньте от меня, ну я этому Роги в основном. Что за пот на одной победе? Как вы это смотрите вообще? Вам делать нечего? Ты жирный. Причем без вопросительного или восклицательного знака. Я не знаю, вопрос это или предложение. Конечно же, клинок убийца. Я, блин, Отстань. Тупая Рога. Какой-то шрифт уже не найден еще. Фу. Офигенные арены. Не люблю Ведьмаков. Где можно достать DVD-рипчик английской версии John Wick. Я не уверен, что он выйдет в качестве так скоро. Хотя его прокатывали в ноябре по импортным странам. «12-2». Ну, кто-то до сих пор верит, что я в этой игре что-то могу. Зря. Зря. Ты будешь разочарован, мой друг. В этой игре я не умею абсолютно них. Ну как, я натыкал случайных карт. Оставим варгены. Оставим вот так, наверное. Ну все, на кису мою теперь обзываются жирной. Понеслась душа. Злые вы. Где мой ламповый стрим? Где душа? Где что? Когда Мишка виновен, какие комиксы начать читать? Ну, начни со Скотта Пилигрима. Хотя нет, с этого начинать довольно-таки. Не знаю, с чего тебе начать читать. Сложный вопрос. Комикс, который прям must have. Я вот сейчас на свою полку развернул. Ну, с этих, с Watchmen'ов, наверное, да? Хотя можно фильмом обмазаться. Не хуже будет. Спасибо тебе, это Оазис Твича. О, какая милость. На 18 декабря перенесли Уика. Да, я бадхёртил уже в начале стрима. Ну как бадхёртил? Мне просто рвало в клочья все. Вот как я бадхёртил. Будем что-то делать здесь. Надо выхилить кого-то. Приоритетнее, пожалуй, все-таки вот это. Следующий ход волчка. Пока он будет ковырять здесь. Откуда берутся дети? Кроссет я не читаю. Зима наступила. Ну да, слушай, мемчики, мемесы, зима наступила, все такое. Действительно, наступила. Вот они, мемчики, мемесы. Но мы убиваем, конечно. Мечи вообще на... О боже, Магушан. Смысла нет в Магушане, к сожалению. Давай мы его сейчас похиляем. В наступление. Уж так и быть. С 1 апреля. Спасибо большое за твои шутки. Только ради тебя я и продолжаю стримить. Думаю, когда же на меня снизойдет опять очередной этот дождь из остроумия. С 1 апреля написал человек. Убей своего гнома. Ну, окей, терпимо. Вот это уже, ну как хуже. Пока терпимо. Ну, конечно, Сталак этот меня просто разочаровал. Hellblazer нет. Осу постримить, но надо попробовать, конечно. Да-да, добра тебе тоже добра. Блин, у меня есть какие-нибудь ремувалы? Это не то. Вот же животик меня как опрокинул, а. В принципе, можно об корову его заставить побиться. А толку? Он же только набафается сильнее, да? Ладно, давай я как очередной... Или... Интересно.
Хранители стоят своих 1199 рублей? Ну как тебе сказать? В моем представлении ты сначала становишься фанатом данного комикса, прочитав его, либо... Окей. А щит не хочешь сбить? Или у тебя еще что-то есть? Ты сначала становишься фанатом Хранителей, фильма, либо комикса, а потом уже покупаешь издание за 1200. А когда ты не знаком с ним, и покупать издание за 1200, это довольно-таки стрёмненько. Потому что тебе может не понравиться, ты будешь всем рассказывать, что это не очень. Как-то так. Так, бьем пузатика, добиваем. Что делаем? Выхиливаемся? Кое-как.